Добро пожаловать, друзья, с вами Римас, мы продолжаем прохождение Total War Rim 2. Ну что ж, захватили мы с вами Ливию в прошлой серии, отбились от восставших ребятишек, которым не понравилось то, что мы захватили Тапсус. И, кстати, у нас вот-вот, по идее, должно опять будет восстание, да? Поэтому нам надо быстренько решить все эти проблемы, перестроить. Манипулярные казармы можем здесь поставить. Это просто прекрасно. Колония с гарнизоном. Пища минус один, общественный порядок плюс 5. Здесь у нас рост заход. Давайте колонию гарнизона, наверное, все-таки поставим. Построим в Карфагене. Ну что ж, в общем, вроде бы все нормально, все прекрасно. Мы потихонечку вырастаем. Растем, господа, растем. Так, здесь мы можем расширить свою провинцию. Алалию поселение. Правда, в Алалии у нас видно опять такой, знаете, плохой общественный порядок. Кстати, у нас была где-то... Так, доход от земледелия плюс 3%. Где-то у нас был. Стоимость действий, налоговая ставка. Доход культуры, стоимость политических действий. И частота политических происшествий минус 10%. Здесь что у нас получается? Гражданский городок. Рыночный городок. Земледельческий городок. Блин, ну я не знаю даже что. Стволовая шахта. Ладно, давайте масло выучим, сдадим ход, посмотрим, что из этого получится. Надеваем шлемы, всем приятного просмотра. Ай, щалямана, вы посмотрите, кто к нам пришел. Собственно, лично сам Карфаген к нам. Возможно, опять у нас будет невероятная битва. Это просто жесть. Ариваки, да, сейчас походу экшон опять пойдет. Так, агент Сиракуз находится здесь, кстати. Блин, я вечно забываю нанять агентов. Господа, нам нельзя об этом забывать. Заключен мир. А заключен мир — это у нас гильветы с Массилия. Варвары тоже могут договариваться, оказывается, ребята. Умеют договариваться эти господа. Так, ладненько. Что тут у нас с агентом? Мы можем вызвать агента. Так, манипуляция, убеждение, шанс успешной... Ага, манипуляция, провока... Так, не, подождите, здесь что у нас получается? Доход от земледелия. Культурное влияние, доход, общественный порядок. Давайте манипуляцию сделаем. Это у нас первый агент. Сейчас скоро будет еще и второй. Так, культурная пропаганда, коррупция, гражданское хозяйство. Рост заход. Боевой дух отрядов. Ну, давайте вот этого тоже возьмем. Да, хватит. Нам надо воевать. А здесь... Ух ты, ёптать. Какие жесткие ребятишки к нам пришли. Ой, господа, сейчас будет полная жесть, походу. Ладно, общественный порядок. Ну ладно, давайте тогда второго, третьего агента еще наймем. Так, защита ближе к бою, военная подготовка. Здесь у нас убийство. Поединок, шанс успеха плюс 4%. Эдикт, убийство, сплотить рабов, беспорядка среди рабов минус 3, плюс минус 3 это действие. Давайте убийцу еще качаем. Ну что, ждем ребятишек. Сейчас, возможно, еще одно нападение будет. Правда, у нас пополнение что-то слишком медленно происходит. Слушайте, ну вот мы манипулярные казармы, да, сейчас начали строить. Вот если они сейчас свернут и пойдут на Карфаген, а это вполне вероятно, то это будет полная жесть. Напасть на них тоже не получится. И денег у нас нет. Так, ладно. Спарта против Скордийский. Зима, 234 год до нашей эры. Слушайте, ребятишки, мы вроде бы с вами торгуем. А ну-ка давайте оборонительный союз сделаем, а? Вы же вроде бы воюете против Карфагена, нового Карфагена, Ливии и рабов. Понятное дело. Давайте сначала право прохода сделаем. Ай, какие вы просто молодцы. Так, у нас хорошие общашки, просто в засос целуемся с ними. Военный союз они с нами не хотят, а оборонительный союз? О, просто невероятно. Господа. Your wisdom brings much joy to my people. Your wisdom bring much joy to my people. Вот видите как? Your wisdom bring much joy to my people. Римасенок выговорил. Your wisdom go... Поехали.
Пошла жара. Пошла, пошла мазута. Ух ты, ёптеть. Вот это вот, конечно, жестко. Слоны. Карфагенские гоплиты. Наемные знатные воины. Походу мы просрали свое поселение, господа. Походу мы просрали. Ладно, поехали. Посмотрим, что из этого получится. Блин, агенты не успели нормально так отдуплиться. Сейчас мы их агентам просто раз-раз и на матрас. Хотя бы смогли бы их задержать. 234 год до нашей гребаной эры. Защитники нового города. Их армия так называется. А у нас первый легион Италика. Ну что ж, сейчас посмотрим. Затащит ли Римасенок эту битву или нет? Я бы затащил, а вот Римасенок не затащит. Голос хейтеречка где-то там издается из комментариев. Так. Они по всей видимости... А, нет, они уже с другой стороны идут. Слушайте. Вот эти вот слоны мне сильно не нравятся. Поэтому мы сейчас... Смотрите, что сделаем. Мы сейчас вот так вот сделаем. Хоп. Хоп-хоп. Раз и на матрас, да? Они нас пробьют. Нам надо что-то придумать, господа. Нам надо слонов сначала расшугать. As you say. Слонов будем шугать. Походу мы с вами проиграем эту битву. Ой, как проиграем, дорогие друзья. Sons of Mars. Плохо будет, плохо, если мы проиграем, конечно. Сейчас самое главное узнать, откуда толпа будет идти. И нам бы разобраться со слонами. У нас, в принципе, есть все средства на это дело. Не, мы проиграем, мы не затащим. Их слишком много, у нас бойцы просто побитые все, неполные отряды. А это очень плохо. Так... Погнали, погнали, ребятишки, ребятишки, мои сберкнижки, погнали. Сейчас будет. Жесть будет полная. Так, это кто у нас такие? Налетные, а, наемные, вернее, знатные воины. Мечники, карфагенские гоплиты. И мы выйдем, наемные знатные всадники. Подходят к нам. Ну что, давайте слонов сейчас быстренько избавим. Избавимся, вернее, от слонов. Вот он, вот он, вот тот сворачивает, зараза, а. Гнида. Тащите, тащите, тащите. Быстро, 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 быстро. По слонам, по слонам. Сейчас самое главное слонов поджечь, чтобы они их уничтожили сами. Давай, 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 давай. Пошла жара. Давай, ребята, давайте, давайте. Так. Отходим. Отходим. Сейчас самое главное. Нумидская кавалерия. Не просрать ее, не просрать ее. Так, у нас там уже подходит, ребята. Нам надо быстренько решить с этими ребятишками. Ой, как хорошо мы их обстреливаем. Так, отвлекли одних бойцов. Вы посмотрите, вражеский генерал. Вражеский генерал все-таки уничтожил своих бойцов. Это хорошо. Это просто, ёптать, очень даже хорошо. Так, 66 из 80. Прекрасно. Обстреливаем, обстреливаем. Убить вражеского генерала. Душу вашу ботал. Убить его. Так, кто у нас там? Пошла жара. Так, нас уже, наверное, обходят и с этой стороны. Нет, с этой стороны не обходят. Нормально. Вы что назад, дебилы, идете-то? Тихо, 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 тихо. Назад, назад, назад. Залп. Залп, душу вашу ботал. Давайте, 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 давайте. Затащим катку, затащим катку. Так, что там нас обстреливают, да? Ой, как плохо, ой, как плохо. Ой, как плохо, господа. Так, эти ребятки одни? Нет, это не одни, там толпа. Блин, мы походу проиграем, мы не затащим эту катку. Ребятки, это просто жесть. Нас уже здесь захватили. Так, уходим.
Уходим. Уходим. Так. Смотрите, они сейчас должны, по идее, своих... Наши ряды дрогнули. Наши ряды гребаные дрогнули. Ух ты, ёптать, нас здесь обстреляли. Так. Отлично. Отлично. Знатная конница просто... Мы вешаем ее, вешаем полностью. Что у нас тут происходит? Ребятки, держимся, 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 держимся. Так, с этой стороны вроде нормально все. Подводим подкрепление вот в эту сторону. Ну что, генерал, давайте тогда отправим вот в эту сторону. Это жесть, просто жесть. Ребята, это просто жесть. Наши бегут с поля. Сейчас бы огромную конницу бы сюда привезти, а. Что там? Генерал. Ну-ка давай, пошли по генералу быстро. Не, ребят, мы проиграем. Это нереально затащить. Это просто гребаная жесть. Ну вот нормально вроде бы, да, где-то места. Ай, как хорошо, хорош, хороший ремосенок просто затащил катку. Катку затащил ремосенок. Пошел залп, быстро, 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 быстро. Залп. Ай, просто прекрасно. Ух ты, ёптать, а вы что тут делаете, бездельники? А ну-ка пошлите сюда. Так, генерала сюда отправляем. Так, они увидели нашего генерала, поэтому давайте назад его отправим. Наши остались без снаряжения. Так, так, так. Пошли сюда. Так, ну что, бойцы, давайте, ладно, хватит, хватит уже заниматься этим делом. Что у них там, 23 всадника осталось, да? У нас получается 63 всадника. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Ой, какой позор, господа. Слушайте, ну затащим, затащим, я не знаю, навряд ли мы затащим эту катку. Ладно, давайте ливийские гоплиты. По ливийским гоплитам сделали залп. Быстро. По ливийским гоплитам залп тушу вашу мотал. Так, у нас здесь наши уже остались без снаряжения. Заканчивается, заканчивается ребятишки. Сейчас быстренько переделаем. Так. Ну хрен с ним, давайте избавимся от своей конницы. Что теперь делать-то? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Полный позор. Сейчас мы сделаем операцию И, ребята. Сейчас, сейчас, будь чики-поки, все. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Полный позор. Пробили нас здесь, да? Пробили. Да, я сказал, пробьют. Мы не сможем ничего сделать. Мы ничего не сможем сделать. Давай, пошел. Давай, 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 давай. Уничтожен целый отряд. Походу зря я Карфагену объявил войну. Мне кажется, нам надо стоит нам стянуть войска в сторону Карфагена. Так. Стреляйте, стреляйте, ребятишки, стреляйте сюда, стреляйте сюда. Да хрен с этим военачальником, ничего с ним не будет. Пошли. Так, знатные всадники к нам уже пришли, да? Ладно, прорываемся. Туды-сюды, обратно. И нам всем приятно. Нас теснят. А я знаю, что нас теснят, что теперь делать-то? Проиграли мы битву. Только залпик сюда сделали. Так, у них, получается, карфагенские гоплиты остались, да? Да-да-да, мы ничего с ними не сделаем, господа. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Позор.
Ну что, все-таки просрали мы эту битву. Вот двойная атака одновременно почти, да? Первую атаку мы с вами выдержали в прошлой серии и вторую. Отступить мы никуда не отступим. Назад. Плохо, господа, плохо. Уничтожен целый отряд. Так, эти ребятки уже все убежали. Заходим на этих чувачков. Ливийские копьеметатели. Ребята, мы даже конницей с ними ничего не можем сделать. Я не понимаю эту игру. Конница их не могла убить. Это просто жесть. Так, наемные скутарии. Полный проигрыш. Наши остались без снаряжения. Хорошо. Ломаем над остальных. Ладно. Поехали проигрывать. Что теперь делать? Ай, как прям хорошо зашли-то, а? Наши остались без снаряжения. Так, генерал назад. Назад генерала. Наши обстреливаем. Бегут с поля боя. Какой позор. Ничего не сделаешь, ребят. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Эх, печаль, беда. Дорогие друзья. Разнесли ремосенка. Все такие назад сбежали. И слон еще там живой. Наши бегут с поля боя. Ну да, конечно, случайно поражение. Нас было 1713, их было 2744. Их наемники просто нас вшатали, да? Так. Сколько у нас больше всего все там? Вот эти вот, смотрите, копьеметатели хорошо настреляли. Вы посмотрите, какая класс. Классная жара, ребята. Нас шатнули. Случайное поражение. Да полная гребаная жесть. Тапсус все-таки нам не удалось удержать. Доблестная смерть. Минута молчания. Что-то у нас много генералов умерли здесь. Пали. Именно на этой земле. Ой, как много. И хватит уже сопли раз этот. Мы вернем Тапсус. Вот увидите, дорогие друзья. У нас есть агенты. Агентура наша просто всех возьмет и шатнет. Нормально все будет, ребята, нормально все будет. Самое главное, Карфаген не потерять. Вот это вот самое главное. О, я тут туда еще, кстати, очень много денег вложил, да, в постройки новых земель, к сожалению. Вот так вот. Все эти золотые монеты пропали. Наш тайный агент раскрыт, раскрыт. Политическое событие. Ну чё, поехали. Подрыв деятельности.
изнурение, напасть на патруль, демонстрация силы. Цель задержать замедленно, да? Так. Оп. Оп. Сейчас посмотрим. О, удалось. Прекрасно. Что у нас тут получается? Это здесь... Так, эта армия не может укрепиться. Дальность перемещения на 10%. На сколько? А, вдвое. То есть на 50%. Отлично. Теперь возьмем вот этих вот ребятишек. Диверсии в войсках. Отравление пищи. Все, ребят, пошла жара. В принципе, вовремя я их нанял. Ай, и как прекрасно. Как это просто чудесно. Ек. Ну что, ладно, тогда этого агента оставим здесь. То есть, получается, у нас наша красавица, агент, шанс критического успеха в любом действии. Прекрасно, 5%. Здесь также делаем шанс критического успеха. Стоимость выполнения всех действий, шанс критического успеха 5%. Так, и итого. Это войско не может укрепиться. Дальность вдвое, дальность вдвое. Бонус к натиску у всех отрядов минус 20%. Боевой дух всех отрядов минус 10%. То есть они, по идее, обречены, и они теперь двигаться не могут, да? У нас 4777 золотых монет. Нам надо восстановить первый легион Италику. Ну что, бойцы, триарии, да, наверное, возьмем в этот раз. Давай. Наемников наймем пока что. Рарариев наймем. А что теперь делать-то? Надо хоть какого-то мяса, правильно? У нас как раз через один ход закончится по... закончится постройка новая. Так, ну что ж, хорошо. Осталось дать ход, наверное, да? 2181 золотой монеты у нас с собой. Это хорошо. Так, здесь у нас тоже намечается, да? Нет, вроде бы не намечается восстание очередное. Блин, что делать-то, а? Нам надо нанять новых... новые войска. Вот если вот этих уберем отсюда, у нас будет плюс 2, да, в честном порядке. Хорошо. Погнали тогда в Рим. Быстренько. Ускоренный марш сделаем. Здесь прям в следующем ходу будем уже нанимать новых бойцов. Так, расширить. Священную землю, что ли, поставить? Вообще-то порядок плюс 1. Давайте на священную землю еще поставим здесь. Рыболовный порт. Тоже можно, в принципе, поставить. Правда, влияние помоек на общий порядок будет минус 2. Но ничего страшного. Храм поможет нам, господа. Погнали. Апсус. Гребаный Карфаген. Шатнуть надо бы его, а? Блин, у него большое влияние на море. Морских ребятишек надо вшатывать. О, да ладно, их предложение 540 золотых монет. Ну, а давай, 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 давай. Давай, хорошо. Воинственный ты наш, чудачок. Слушайте, ну сиракузы молодцы. Так, знаете, они очищают наши земли от всякой нежити. Look to your gods and pray, for only in them will you now find mercy. Новый Карфаген нам объявляет войну. Просто, просто невероятно красиво. Ну-ка, масса силы, масса силы присоединяется к нам. Хорошо. Пошла мазута, как говорится, ребята. Теперь у нас очень много врагов. Наш тайнет раскрыт. Персонаж приобретает благую славу, дурную славу. Говорят, что у вашего дальнего родственника есть ручной орел. Птица прилетела к юноше и села ему на правое плечо. Ее ждет великое будущее. Сделать его жрецом. Установить его. Давайте его установим, ладно, у нас. У нас сейчас, мы сейчас все дела бросили. Будем усыновлять чудака из-за того, что к нему сел какой-то петух, короче, на плечо. Изнурение, демонстрация силы. Нападение на патруль. 54%, ну-ка давай сделаем. Айди, просто прекрасно. Просто-просто это войско не может укрепиться, эта армия не может двигаться или действовать. Просто великолепно. Так. Хитрый шанс избежать действий вражеского агента. Дальность перемещения по карте кампании. При полководце. Здесь у нас сплотить рабов. Манипуляция, убеждение. Во, давайте манипуляцию сделаем. Так.
и версия в армиях. Самое главное не потерять ее. Ну-ка давай, красотка, сможешь ли это сделать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Агент наш раскрыт. Как же это досадно, а? Что там с агентурой-то у нас? У нас где-то был навык. Стоимость действия агента минус 5%, налоговая ставка плюс 2%. Делаем. 4 хода. Манипулярные казармы у нас уже готовы. Здесь мы можем нанять новых бойцов. И принципы, кстати, у нас готовые всадники. 666 золотых монет. Просто красота. Нанимаем новых бойцов здесь, короче. Погнали. Здесь конницу можно нанять. Рарарии у нас уже есть, в принципе. А триарии можно, в принципе, еще нанять. 774. Вот так вот. Во! Вот эта вот армия будет намного лучше, господа. Мы вернем Тапсус. Вы не переживайте. Все будет чики-поки. Сейчас главное удержать новый Карфаген. Потому что новый Карфаген, Ливия и просто Карфаген. Они у них такой, знаете, такая коалиция против нас. И нам придется немного поиграть от обороны. Тапсус пока что, я думаю, не стоит сразу брать. Мы сейчас организуем нормальные силы. А после уже одним кулаком просто, одним ударом, бац. Ай-яй-яй-яй-яй, атрибаты. Их союзники Нервии. А их союзники Нервии не присоединяются к ним. Атрибаты, возможно, уже будет еще вторжение с севера. Ребят, со всех сторон нас уже потихонечку начинает прижимать. На юге, в принципе, мы играем. Задание провалено, ничего страшного. Так, повышение ранга. Гней. Гней повышает свой ранг. Так. Благословение. Да, мальчик оказался способным. Это прекрасно. Что у нас тут полководец? А что за бонус-то дают-то? Где этот бонус-то? Посмотрите, я уже забыл. Ёпты. Совершение завершено. Завершено население в гневе. Отчет. Где тут у нас население в гневе-то, ёпты? Ребятки, что вы начинаете-то? Так, у нас пища скоро будет. Проблема. Через один ход мы завершим строительство очередного здания. Давайте этих бомжей тогда уберем. Будем нанимать нормальных бойцов. Два отряда триарии. Здесь идет это делает сюда идет. Отравление пищи. Просто не даем им двигаться, господа. Айди, как прекрасно. Просто превосходно. Так. И посмотрим, сможем ли мы остановить демонстрацию силы. Цель задержана, цель замедлена на 58%. Так. Ай, не пошла жара. Жарища у нас не пошла. Сановник. Критический успех делаем. Здесь что у нас получается? Хитро, шанс избежать воздействия, убийство на нем предателя, манипуляция. Сделаем это дело. Она у нас такая, знаете, убийственная красавица. Нам, кстати, еще ей хитрость надо еще вкачать. И там после хитрости вроде бы отравление, да, пищи. Так, шанс успеха враждебных действий плюс 10%. Но, к сожалению, мы эту цель не задержали. Подождите, стоп. Во, во. Что ты будешь делать? Да, дальность перемещения в этой армии уменьшена на 50%. Ну что ж, ребята, вот такие вот дела. Дали нам чуть-чуть под затылок. Ну ничего страшного, мы, я думаю, затащим эту каточку. Они, кстати, поменялись. Они ушли от Тапсуса. Вы посмотрите на это дело. Они просто покинули это поселение. Это приманка? Это, походу, приманка. Ну что ж, будем решать. Будем брать Тапсус, не будем, господа. Пишите в комментариях. Вернуть город или немного подождать, посмотреть обстановку, отправить туда агентов сначала, да? Пожалуй, я, наверное, отправлю туда агентов. Так, Юлий Брут у нас покидает наш мир. Новый тайный агент раскрыт. А, наш, вернее, тайный агент раскрыт. И по зову долга. У нас погибает, да... Просто покидает наш мир очередной чувак. Дом Юниев, Юни.
Юльев. Доступ, просто заход, харизма, заход, шанс враж... агентов. Здесь что у нас получается? Дом Юниев. Авторитет, коррупция, минус 1%. Дух бою врага, авторитет. Ладно, давайте вот этого чувака возьмем. Игра сохранилась. Куда они, интересно, пошли? Направо? Либо налево? Мне кажется, в эту сторону пошли. Не, мне кажется, в эту сторону пошли. Остановить войска. Изнурение. 35%. Ну-ка давайте, самое главное, не потерять своего агента. Ой, как будет плохо, если я его потеряю. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Душу твою мотал. Здесь у нас две битвы великих прошли. У нас показывается, да? Ну что ж, господа, это была очередная серия Total War Rome 2. С вами был Римас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи.